Минувшим утром пожарные расчеты работали на улице Льва Толстого. В половине шестого спасателям сообщили о том, что горит крыша одного из бизнес-центров. Уже на месте выяснилось, что на 10-м этаже здания огнем охвачены деревянные конструкции летнего кафе. Площадь пожара 90 метров, его тушили по повышенному второму номеру. Справились быстро, примерно за час. Пострадавших нет. В причинах происшествия разбираются дознаватели. 3w.rtr.spb.ru. С нами вы в центре событий.